Эй, ты! Ты что снимаешь видосы, да? Мажор, где деньги берешь на квадроцикл, а? Егор, молодец, сегодня ты в качестве оператора работаешь. Слушай, да вообще за тебя. Это что у нас тут такое? Ну-ка, рассказывай. Плов. Плов? Из кошатины. Из кошатины. Заметь, кстати, ни одной кошки рядом нет. Ага. Ни одной живой. Погазуй чуть-чуть. Женек, ты что, валит хотя? Валит, конечно. Тест-драйв без банок. Охуенный звук. Блять, вот так он и должен. Как ощущение после квадрика на мотике? Если бы я пораньше сел бы на мотик, я бы точно сказал бы. Да? Ощущения разные. Пока новичок, да? Конечно. Ну ладно, привыкнешь. В целом аппарат прикольный. Шикарно. По крайней мере, в пробках точно лучше, чем квадрик. Это я выдам. Я даже не знал. Как у нас и смотри тут. Все эти футбольные городки после чемпионата мира. И вот такую херню когда-то строят, блин. Походу студия будет матч ТВ. Егорка наваливает там. Давай, давай, почему? Я тебе на ногу чуть не наехал, да? Да что ты, я тут так. Во, во, смотри.
плохо наваливает. На самом деле мы едем в один квадросервис настраивать мои карбы на диагностику. Лёха, хоть на нормальном квадрике прокатится, а то все на бензопиле, да на бензопиле. Скажи, лучше, чем Банши, да? Не, Банши лучше. Да? Сворачивай на полоску. Тебя все равно камера не видит.